Казахстане за 2 года построят 15 студенческих общежитий. Об этом сообщил вице-министр образования и науки Такир Балыкбаев во время встречи членов Совета по молодежной политике при президенте Казахстана со студентами и молодыми учеными Кустанайской области. Молодежь не стеснялась задавать вопросы, подчас довольно острые. К нерешенным проблемам в сфере образования отнесли все большие требования к получению следующей образовательной степени и нехватку студенческих общежитий. Поселиться в них могут лишь 60% нуждающихся студентов. В этом году будут сданы 4 общежития, на следующий год мы планируем 11. То есть мы хотим через к концу 2016 года добиться 80%. И дальше есть планы строительства общежития. Конечно, это сегодня важный вопрос для наших детей.